Елбасы Нұрсұлтан Абишұлы Назарбаев индустриялық бағдарламаның аясында 2015 жылғы дейін ішкі жалпы өнімдегі энергия сиымдылығын кем дегенде 10%-ға, ал 2020 жылғы дейін 25%-ға азайтуға тапсырған болатын. Бұл міндеттің орындалуы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен үлесін тигізеді. Сондай-ақ, ағымдағы жылдың 23 қаңтарындағы үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасы жыл сайынғы энергия тұтынудың 10%-ына төмендеуін қамтамасыз етуді және жаңа энергия үнемдеу 2020 арнайы бағдарламасына жасауды тапсырады. Уважаемый Сергей Кнемеч, до настоящего времени проделана определенная работа в области энергосбережения, создающая все предпосылки к переходу на энергоэффективную экономику и реализацию поручений главы государства. Создана вся необходимая нормативно-правовая база. Вступил в силу новый закон Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Реализуется комплексный план повышения энергоэффективности до 2015 года. В реализацию закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности утверждены 22 нормативных правовых акта. 14 мая на заседании правительства вами, уважаемый Сергей Кнемеч, вам презентовано было концептуальное видение программы энергосбережения 2020. После презентации проекта программы по вашему поручению Министерством индустрии и новых технологий велась работа по сбору предложений, обсуждению проекта программы с общественностью, неправительственными организациями, акиматами, заинтересованными госорганами и ФНБ «Самрук-Казна». Также проведены общественные слушания программы с представителями местных исполнительных органов, промышленных предприятий, коммунальных служб, КСК, общественных организаций в регионах страны – Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская область и город Астана. Проведены более 25 круглых столов, семинаров и конференций на региональном, национальном и международных уровнях по обсуждению новых подходов и мер программы. Приняв во внимание предложения местных исполнительных органов, промышленных и жилищно-коммунальных предприятий, общественных организаций и заинтересованных госорганов, в программу включены все сферы потребления энергоресурсов и основные направления по созданию совершенно новой системы энергопотребления. Программа «Энергосбережение 2020» включает новые и кардинальные подходы по 9 направлениям. Первое направление – это энергоэффективная промышленность. Реализация комплекса мер по обязательному повышению энергоэффективности промышленных предприятий на 30%. Инновационная энергетика. Реализация комплекса мер по снижению удельных расходов на выработку электроэнергии на 14%. Энергоэффективная ЖКХ. Реализация масштабных комплексных программ повышения энергоэффективности ЖКХ и снижения удельного энергопотребления на 1 квадратный метр на 30%. Энергоэффективное строительство, пересмотр и ужесточение всех строительных норм и правил и обеспечение энергоэффективного строительства с 2015 года. Энергоэффективный транспорт, обновление парка воздушных судов и железнодорожных локомотивов, стимулирование населения к покупке экономичных автомобилей со снижением потребления топлива на 30%. Энергоэффективный бюджетный сектор, реализация комплексных программ, повышение энергоэффективности бюджетных учреждений со снижением потребления энергоресурсов бюджетным сектором до 25% к 2020 году. Энергоэффективное освещение. Поэтапный переход на светодиодное освещение, модернизация уличного освещения в городах и населенных пунктах, сокращение потребления электроэнергии в стране сектором освещения на 60%. Энергоэффективное общество – это общественный мониторинг за реализацией программ энергосбережения местных исполнительных органов и предприятий, пропаганда энергосбережения, подготовка кадров в области энергосбережения. Экономная оплата – формирование бережливой модели потребления энергоресурсов у населения. Анализ структуры энергопотребления Казахстана показывает, что при реализации программы энергосбережения 2020 необходимо особый упор делать на трех ключевых секторах экономики. Это энергетика и промышленность, потребление более 50% энергоресурсов и потенциал до 40%. Транспортный сектор, энергопотребление до 20% и потенциал до 35%. И сектор ЖКХ и бюджетные учреждения, энергопотребление до 30% и потенциал до 25%.
Необходимо отметить, что в этих секторах уже проделана существенная работа, так в секторе промышленности и энергетики 30 промышленных предприятий проходит энергоаудит. На 50 предприятиях внедряется система энергоменеджмента. 200 крупных предприятий регионов до 2015 года инвестируют в энергосбережение порядка 300 миллиардов тенге. Ожидаемый эффект от данных мер составит порядка 3 миллионов топливного эквивалента. На слайдах 6 и 6 по 9 вы можете посмотреть успешные примеры в сфере промышленности и энергетики. На слайде 10. В сфере ЖКХ на сегодняшний день термомодернизированы 935 объектов, разработано свыше 900 энергетических паспортов, отремонтировано более 131 километра теплотрасс, 517 километров электролиний, 520 километров сетей газоснабжения и 14 котельных. О проводимой работе в данном секторе более подробно доложит мой коллега с Министерства регионального развития. В бюджетном секторе 22 тысячи государственных юридических лиц, подотчетных акиматам, не включая 5524 республиканских государственных юридических лиц, подотчетных центральным органам. На текущий период термомодернизировано 580 объектов, это 2,6% от всего количества бюджетных объектов. Установлены автоматизированные тепловые пункты на 1214 объектах. К примеру, в 2012 году в городе Шахтинск, города Карагандинской области, на мероприятии по энергосбережению были предусмотрены средства в размере 62 миллионов тенге, в рамках которых во всех объектах соцкульбыта и других госучреждений были установлены приборы учета потребления энергии. Дополнительно в бюджете 2012 года были предусмотрены средства на сумму 15 миллионов 400 тысяч миллионов тенге для установки 7 автоматизированных тепловых пунктов по 7 во всех общеобразовательных школах. Все данные мероприятия позволят сэкономить средства по оплате тепловой энергии в среднем на 20-35%. В связи с установкой АТП на объектах образования в течение отопительного сезона сложилась ежегодная экономия на сумму более 3 миллионов тенге. В связи с тем, что поставленная задача главы государства и целевые индикаторы программы требуют кардинальных мер, в рамках плана мероприятий с программы предусматривается двухэтапная работа, начиная с 2013 года. С 2013 года уже начался практический этап реализации политики энергосбережения. Для этого уже установлены свыше 3000 нормативов энергопотребления, утверждены требования по энергоэффективности для зданий и их проектным документациям транспорта и электродвигателей. Приняты свыше 200 технических стандартов по энергоэффективности. Идет пересмотр всех строительных норм и правил по ужесточению соблюдения всех норм энергоэффективности. Вводятся классы энергоэффективности для зданий и бытовых энергопотребляющих устройств. Установлен жесткий контроль и мониторинг по соблюдению всех названных требований. Начали реализовываться 16 региональных и 5 отраслевых планов энергосбережения. В настоящее время опубликован перечень субъектов государственного энергетического реестра из 11 712 субъектов, в том числе 727 промышленных и 2938 государственных предприятий, а также более 8 тысяч государственных учреждений. Тем самым, в соответствии с законом, дан старт началу проведения масштабных энергоаудитов для всех вышеназванных крупных потребителей энергоресурсов. До июля 2015 года более 2000 промышленных предприятий должны пройти энергоаудиты. Министерство индустрии и новых технологий особый упор сделает именно на промышленный сектор, так как именно промышленность является самым приоритетным сектором с потреблением более 50% всех энергоресурсов страны и потенциалом энергосбережения до 40%. Необходимо отметить, что необходимый рынок энергоаудиторов, аккредитуемый министерством, уже создается. На сегодняшний день уже существует более 25 компаний, которые работают в данной сфере, поэтому предприятиям необходимо активизировать работу по проведению энергоаудитов. Также большой интерес к казахстанскому рынку энергоаудита проявляют иностранные компании из Европы, США, Японии и России. Также с 2014 года все крупные промышленные предприятия должны внедрить систему энергоменеджмента. Для подготовки необходимых кадров открыты специальности по энергосбережению в 5 вузах страны, созданы 11 учебных центров по подготовке и повышению квалификации кадров в области энергосбережения, и их число к 2020 году должно достигнуть 20.
готова к подписанию грантового соглашения со Всемирным банком, в рамках которого планируется период с 2014 по 2016 годы ежегодно проводить модернизацию 20 школ, 5 больниц и реализовать один проект уличного освещения в различных регионах страны. Предоставляются меры господдержки в сфере энергосбережения, гранты, технологическое бизнес-инкубирование. Будет расширена линейка инструментов для повышения энергоэффективности через программу «Производительность 2020», в том числе меры господдержки для предприятий по покупке энергосберегающих технологий и оборудования через механизмы БРК-лизинг. Создается инфраструктурная основа. Создан Казахстанско-германский центр энергоэффективности. Для финансирования проекта по энергосбережению ЖКХ создан фонд развития ЖКХ. Одной из самых основных ролей в программе отведена работе с населением, пропаганде энергосбережения. В связи с чем важно выстроить общественный контроль за реализацией политики энергосбережения предприятиями и акиматами. Для этого будет создан при МинТРК общественный штаб по мониторингу реализации политики. С 2015 года будет реализован основной этап программы. В соответствии с результатами энергоаудита начнется реализация планов энергосбережения субъектов Государственного энергетического реестра. Будет проходить основной этап модернизации промышленности энергетики. Начнутся работы по термомодернизации бюджетного сектора. Для этого на первоначальном этапе необходимо всем государственным органам в кратчайшие сроки провести работы по проведению энергоаудитов. Будут внедрены энергосервисные договора промышленности, ЖКХ, бюджетном секторе. Будет обеспечено только энергоэффективное строительство с классом энергоэффективности А или Б. Пересмотр и ужесточение всех строительных норм и правил и введение норм по зеленому строительству. Произойдет обновление парка воздушных судов и железнодорожных локомотивов. Кроме того, важными мерами является стимулирование населения покупки экономичных автомобилей, переход на светодиодное освещение, привлечение частных инвестиций и 100% обеспечение общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Главным целевым индикатором программы является поручение главы государства ежегодное 10% снижение энергоемкости ВВП в течение 2013-2015 годов. План мероприятий программы предусматривает 78 мероприятий на общую сумму 1 триллион 182 миллиарда тенге. В том числе из республиканского бюджета 145 миллиардов, сумма уже предусмотрена республиканским бюджетом и поддержанная РБК, местного бюджета 9,8 миллиардов тенге и внебюджетные источники 1 триллион 177 миллиардов тенге. Программа согласована с заинтересованными госорганами, всеми акиматами регионов, ФНБ, Самрук, Казна, аккредитованными организациями. Министерство индустрии и новых технологий, как уполномоченный орган, создал все необходимые условия для повышения энергоэффективности отечественной экономики. Теперь необходимо всем заинтересованным госорганам, в особенности акиматам и предприятиям, начать активную реализацию политики энергосбережения. Уважаемый Серик Нагмеч, для контроля реализации программы предлагаем ежеквартально заслушивать на правительстве акимов регионов и руководителей крупных предприятий, субъектов ГР о проводимой работе по повышению энергоэффективности на веренных участках. Успешная реализация данной программы может дать серьезный импульс модернизации нашей экономики и повышению благосостояния нашего населения. Спасибо за внимание.